Лишился теплого места. За срыв отопительного сезона губернатор уволил исполняющего обязанности первого заместителя министра строительства ЖКХ области Ивана Свящева. Радаев строго напомнил, Саратов – единственный город в регионе, где не до конца решен вопрос с теплообеспечением. Сейчас в Саратове без теплоснабжения остается 21 многоквартирный дом. Валерий Радаев потребовал назначить персональных ответственных по самым острым проблемам Саратова. Речь шла о большом количестве аварий на водопроводных сетях, обманутых дольщиках и сносе таунхаусов в Юбилейном. Далее последовала отставка Ивана Свящева.